В коррекционной школе состоялась интерактивно-познавательная игра «Дорожный марафон». Она прошла в рамках проекта «Городок безопасности». Проект – победитель грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города». В течение года для ребят проходили классные часы и ежемесячные занятия с участием сотрудников ГИБДД. С помощью уникального автогородка и специализированных средств передвижения изучали правила дорожного движения. В итоговом занятии ребята должны были продемонстрировать полученные знания. Ученики школы и воспитанники детсада «Аленький цветочек» отвечали на вопросы инспекторов и ведущих. В итоге все учащиеся получили призы, а сам проект получит развитие. Одни учащиеся заканчивают школу, уходят из нее, другие приходят. Поэтому, естественно, это оборудование будет использоваться для всех абсолютно возрастной группы категории учащихся. Я думаю, что этот городок будет служить нам долго, мы его будем использовать и обезопасит наших детей. Грантовый проект коррекционной школы «Городок безопасности» – это проект-победитель 2019 года программы социальных инвестиций компании «Газпромнефть Ноябрьск-Нефтегаз. Родные города». И мы видим, что такие проекты, они направлены на изучение основ безопасной жизнедеятельности. И самое отрадное, что преподаватели коррекционной школы, они не остановились исключительно на образовании своих воспитанников, но и привлекают еще воспитанников дошкольных образовательных учреждений.